Лёша, приветствую. Поздравляю тебя с долгожданной победой. Наконец-то эта серия прервалась, ты вышел на победную тропу. Давай первые ощущения. Это первое ощущение. Покричать хочется. Так быстро бой прошел, что эмоционально еще как бы не выплеснулся. Вот. А такой еще отходничок чуть-чуть от самого боя. Давай это лучше поговорим. Ты работал в присущей для себя манере, вперед, в размен. Когда попал, чувствовал, что все, сейчас все закончится? На самом деле, это же прям в самом начале боя было. Я даже попал, получается, не кулаком, а вот предплечьем. Ну, почувствовал, увидел, как попал. И все, в принципе, почувствовал, что все уже, конец уже потихонечку приходит. В любом случае, если даже рефери бы не остановил бы, что только начало боя, еще у меня очень много сил было работать. Поэтому все четко. Команда оппонента, естественно, выражала недовольство ввиду ранней остановки, что твой оппонент начал уже подниматься и рефери вмешался. Как ты считаешь? Я же говорю, что это было там сколько, секунд 10 на боя первого раунда, поэтому у меня очень много было сил. Плюс, когда он поднимался, я еще ему и снизу попал, и еще много ударов. Я бы донес, я думаю, закончил бы бой в любом случае, просто, возможно, бы тяжелее. Вот, ну, как бы команда соперника, понятное дело, что, нормально, они-то их, как бы, дело, они могут напиливать, в принципе, ничего не сказать. Ну, значит, продолжился бой, там уже постреляли, уже никто не знает, как это было бы, но я думаю, я бы закончил бы. Лёш, сейчас долгожданная победа, планы, вот ближайшие эмоции, которые, вот насколько психологически для тебя было тяжело настроиться на этот бой? А вот здесь я бы хотел бы сказать, поблагодарить своих всех близких, свою команду, своих тренеров, менеджера своего Алексея Жернакова, Лигу ИСЕИ, потому что они мне дали возможность, и я не чувствовал, что у меня какая-то серия из поражений. То есть я на ходу как будто все время был, продолжал тренироваться, у меня не было с этим проблем, я не переживал, я не думал об этом. То есть у меня из-за того, что они меня все поддерживали, давали мне возможность, я как бы даже этого не ощутил, этого момента. Ощущал ли ты перед этим поединком какое-то давление психологическое на себя? Или, учитывая того, что Лига очень хорошо к тебе относится, потому что каждый твой бой – это маленькая война в клетке, ты чувствуешь себя достаточно в безопасности здесь? Ну, я чувствую себя вообще в безопасности все время. У меня были разные бои, были и нокауты, были тяжелые бои, которые продлились все 3 раунда. Поэтому я уже знаю, что там будет в клетке. То есть для меня удивлений никаких новых нету. Нет, в плане того, что твои дальнейшие, вот вдруг сейчас было бы поражение, все, на этом отношения с ИСЕИ заканчиваются. Вот я в этом ключе. Как Кеннивэй сказал, все ждали, что мы скажем, когда проиграем, но мы не проиграли. Поэтому я не думал вообще об этом, серьезно. Я говорю, у меня нету. Даже я думаю, если бы в этот раз проиграл, я думаю, мне бы еще дали бы бои, потому что я стараюсь, я дерусь. Ну, если бы вдруг Лига бы не захотела бы продлевать, нашел бы где еще подраться. То есть останавливаться у меня нет таких мыслей вообще. То есть заканчивать тренироваться, заканчивать спать, у меня такого нет. Леш, какие ближайшие планы? Сейчас ты бы хотел, ты действительно прошел через тяжелые войны в ICA. Ты бы хотел какого-то оппонента не из топ-10, или все-таки в тебе горит это, что только топ-10, только с лучшими, еще один там забег поближе к поясу? Конечно, забег поближе к поясу, без разницы вообще с оппонентом, как и обычно. Единственный момент, хотел бы подраться с кем-нибудь из бразильцев. Возможно, вот сегодня Лимбер я буду драться с кем с этим пацаном. Алиханом Сулейманом. Вот, посмотри, как бой пройдет, но с Лимбер я нормальный боец, я бы вот с ним бы хотел провести бой. Но тебя. Стилистически ты бы хотел, чтобы был ударник, чтобы закатить... Без разницы. И не могу не спросить про реванши. Кто интереснее всего? Интереснее всего Салман Жамалдаев, Актиби Мирзаев и Бибер Туменов. Ну, все. Получается, все. Получается, все, кроме Александра Матмуратова. То есть, как бы, вот так. Мы просто с Александром хорошо общаемся, нормально. Поэтому не хотелось бы драться. Тем более, есть столько много бойцов, можно со всеми другими драться. И заключительный вопрос, Леш, в этом году мы больше не увидим Алексея Полпутникова или планируешь в декабре все-таки вернуть? В декабре в Краснодаре вроде как турнир планируется, если он будет и все подойдем, я бы хотел подраться, потому что я прошел без травм, если гонку у меня прошла легко, поэтому я буду готов в декабре подраться, плюс я в Краснодаре живу, сейчас мне там будет удобно выступить, вся публика, все друзья, вся команда там. Я тебя еще раз поздравляю. Спасибо.